Welcome в Пузырляндию. В Пузырляндию. Сейчас буду подрезать. Знаю, уверена. Ну что мне с этим делать? Three, two, one. Вот эта вот пленка, которую я в прошлый раз очень долго и смешно отрывала. Хорошо приклеилась. Мы открываем. Я прям вешу на ней. Прям всем весом она не открывается. Отлепить плохое, прилепить хорошее. Sweet dreams. Dreams come true. На самом деле она была очень, она очень хорошо приклеилась. Это очень хорошая пленка. Но там были пузыри, потому что я в прошлый раз в темноте наклеила. Наклеила нормально, все равно есть немножко пузырей. Сейчас я немножечко пойду их подрезать сакиной пани ножом, чтобы выпустить эти пузыри. Посмотрим, как это получится. И максимум я могу еще немножечко клея туда добавить. Но по факту уже лучше смотрится, чем в прошлый раз. Я отрывать больше ничего не буду. Мне пришлось просто оторвать и наклеить новую. Потому что это было не то. Это было не оно. Пойдем, покажу все. Ну, в общем, вот. Есть еще немножечко пузырей. Сейчас буду подрезать. Вот туда продолжаются листики. Вот они настоящие. И вон туда они продолжаются. Это хорошо. Это мне нравится. А где я видела? Ну, здесь есть. Ну, здесь я оторву и клеем просто приклею, потому что я просто вижу, что оно... И это я спиртом протирала еще до того, как наклеила. Я чуть-чуть подрезаю. Не знаю, уверена. Да, я поняла. Все равно, да, все эти подрезы, все равно там остается этот пузырь. Ну что мне с этим делать? Здесь тоже. В общем, я их просто заклею. Я приеду еще на неделе, середине недели, как я люблю приезжать сюда. У меня будет время, это будет день. Фигачу туда клей. Ну и сделаю, что могу. Все, что останется в пузырях. Ну, welcome. В Пузырляндию. Вот, уже лучше. Какая непростая пленка. Ну ладно, на окне тоже была непростая. Но зато как хорошо смотрится. Ой, ничего не видно. Здесь вот не сработало вот этот вот подрез с этим пузырем, он так и остался. Я его убираю, но больше нет. Не уходит. У меня здесь сработало, вот он плоский.